Друзья, всем привет! С вами Леся, и у нас сейчас будет с вами видео на тему парфюмерии. И здесь будет два новых аромата ТОС, один совсем новый, только-только вышел 23-го года и 22-го года парфюм. Сразу хочу сказать, эти парфюмы не мне, эти парфюмы для моей доченьки. Но также здесь будут подарочки, я их, конечно, нанесла, понюхала. Просто хочу вам показать, может, для вас будет актуально. Доченьке моей 5 лет, скоро будет 6. И один парфюм я заказала для того, чтобы это на 8 марта ей был, как один из подарков. И один на день рождения. У меня скоро день рождения в июне, ну, почти скоро. И она очень хочет, она, у меня маленький парфманьяк, и она очень хотела ТОС, парфюмерию ТОС. Ну, ей нравятся по визуалке и такие там медвежата, все прикольно. У нее как-то уже был, ей нравилось. Ну, и я подумала, почему бы и нет, если ребенок хочет. И она очень аккуратная у меня, она с таким очень бережно относится, она наносит это все. В общем, она прям кайфует от парфюмерии, только, знаете, парфманьяк, которым я никогда не была. И давайте покажу вам первый аромат. Это Baby Toss Pink Friends для девочек. Такой вот парфюм. Стоимость его 2850, и выглядит он вот таким вот образом. Смотрите, какой огромный, такой прикольный. То есть это вот эта вот шапочка такая на крышечке одета. Здесь обычный распылитель, просто вот крышечка сделана таким образом, как шапочка. Прикольно. И вот так вот этот парфюм выглядит. Очень мило, очень мило. Знаете, еще не взрослый парфюм, якобы, но уже и не совсем ребенок. Ну, Baby Toss для малышей. Кстати, хочу сказать, что прям детские-детские парфюмы моей дочке не нравятся. Она говорит, это что-то не то. Она любит взрослые парфюмы и такие прям тяжеляки, которые я не воспринимаю, поэтому лучше пусть что-то такое понежнее, подевчачьи, да. Я этот парфюм нанесла, и как девочки и многие говорят, что здесь чувствуется фокус, есть просто такой нежный флакончик, как зефирка там смотрится. Здесь действительно чувствуются мыльные нотки, но они такие приятные, что-то такое нежное, цветочное, немножко мыльное, прям вот как раз для девочки 4, 5, 6, вот 7 лет, вот такой вот, ну, очень нежно, очень приятно, ни в коем случае не вызывающе, прям нежнятина такая, мне понравилась. И вот такая вот новинка от ТОС More Pink. Это новый парфюм 23-го года, он стоит тоже 2850 рублей, и он выглядит вот таким вот образом. Кстати, у меня доченька эти крышечки, она их потом так вот снимает и потом как бы играется с Барби, там якобы это мягкая игрушка, ну, имитация, да, для кукол. Вот такой вот красивый стильный флакон, такой вот классный, и он прям сладкий. Прям сладкий, немножко слипнись попа, типа такого. Знаете, здесь и малинка, и смородинка, и прям это все в сахаре, но он приятный. Он приятный, в нем нет какого вот такого тяжеляка, знаете, такого вот прям, но он прям too much сладенький. И, ну, честно скажу, парфюмерия ТОС — это не моя парфюмерия, это однозначно нет, но я же и не для себя ее покупала, то есть вы понимаете, да? И хочу еще добавить, чуть не забыла показать, к аромату Baby Toss в комплекте идет вот такая вот
игрушка, подвеска. Не знаю, как правильно это сказать. Но тоже прикольная вещь. Тоже можно играться там вот как будто бы это игрушка для кукол, для мягких игрушек. То есть ребенок в любом случае найдет, как это применить. Считаю, очень вот эта вот прикольная идея. Даже на елку можно вешать, да? То есть интересная идея. Это все покупки на 5700. Я использовала промокод на минус 1000 рублей. Получилось 4700. Но это не все. Здесь также будут подарки. Давайте я немножко поменяю ракурс и вам покажу. Ну, наверное, сначала покажу вам подарок. Просто моя победа. И когда увидела, я аж вскрикнула. Действовала акция, вроде бы как и сейчас эта акция действует, на подарки вроде не добавляются, якобы они уже закончились. При покупке на 3000 рублей купон или подарок. Подарок. Впервые в жизни мне в такой лотерее попался подарок. Я прям не ожидала. Впервые в жизни мне всегда попадались купоны, одни купоны, просто стопки этих купонов. И впервые в жизни мне попалась вот такая вот восстанавливающая маска для волос с кератином Ривгош. Я прям, знаете, девчонки, обрадовалась, нужная вещь, класс, супер, чудеса случаются. Ну вот серьезно, по-другому назвать не могу. Также при покупке ТОС на 3500, сейчас эта акция действительно добавляется вот такая вот классная косметичка. Она достаточно такая вместительная, еле помещается в экран. Смотрите, здесь вот такой вот хлястик, здесь тканевая сторона, эти медвежата, ТОС и здесь вот так вот розовый. Кстати, классная косметичка. В последнее время я что-то загоревала, что у меня нет новых пополнений косметических. Я же косметичка-маньяк, но я многое раздарила, то, что мне прям не сильно нравилось. Многое во многих дарила подарки, оставила только самые любимки. И, как оказалось, не так уж их много осталось. Может, максимум 30, около 30. Поэтому мне так хочется новых косметичек. И это неплохое дополнение к подарку, но это еще не все. При покупке аромата Мор-Мор Пинка этой новинки давалась сумка в подарок. А сейчас вам я ее покажу. Она такая необычная. Даже не знаю, как ее расположить, потому что она прям такая большая. И она, знаете, вот как вот этот как клеенчатая такая. Видите, Мор-Мор Пинк, ТОС. Здесь у нас забыла, как называются ручки. И мне нравится, что здесь ручка большая идет и ручка маленькая. То есть вы можете брать просто вот так эту сумку, а можете перекинуть через плечо благодаря вот этой вот длинной такой вот ручке. Это здорово, потому что на самом деле иногда вот не хватает в каких-то типа шоперах вот такой вот короткой ручки, особенно когда ты туда много загрузил. И здесь у нас есть такая вот внутренняя кнопочка, которая на магните эту сумку держит. И там вот такая она прям плотненькая, знаете, прям такая добротненькая, качественная сумка. Я еще смотрела на нее и думаю, она не похожа на какой-то шопер по материалу. И оказалось, да, это типа шопера, но такого добротного. Мне кажется, это больше похоже на какую-то типа пляжную сумку или что-то типа того. Но в любом случае, я люблю, когда дарят либо шоперы, либо какие-то сумки. Это такой подарок не одноразовый, возможно, на будущее он пригодится. Я помню, когда мы ездили на курорт Красная Поляна, и мне бы эта сумка реально там пригодилась, реально. А вот может еще пригодиться. Но она прям такая тяжеленькая, знаете, увесистая. Так что вот такой еще подарок, не знаю, добавляется ли сейчас. Возможно, девчонки уже разобрали, и как бы просто уже невозможно ее получить. Но получилось вот так, вот такие вот подарки. Тоже приятно, особенно когда ты планируешь. Я хотела заказывать парфюмерию ТОС, но я ждала, чтобы какая-то цена хотя бы была приятная. Но если не цена, то хотя бы какие-то подарки, потому что я знаю, что ТОС дарит подарки
Поэтому выжидала немножко, все-таки хочется поприятней, да, как-то сделать заказик более выгодно, если хотя бы не с подарками, то хотя бы, о, если не хотя бы не со скидками и подарками, то хотя бы просто с подарками. В любом случае уже приятно не только доченьке сделала, но и себе получила масочку, косметичку, в общем, сумку. Так что вот такие вот покупки. Хотела с вами поделиться поскорее. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.